Добрый день, с вами Мельниченко Ирина. Сегодня хочу представить вашему вниманию замечательную студию площадью 37 квадратных метров, которая находится на улице Виноградной. Статус здесь – квартира. Просторная, светлая студия площадью 37 квадратных метров. Утепленная лоджия, вид здесь во двор, светлые тона, новый современный ремонт, санузел совмещенный. Есть отдельная кладовая комната. Вместительный шкаф зонирует студию на две части. Квартира в давно сданном доме с центральными коммуникациями находится на первом высоком этаже. Внизу расположена парковка. Ее можно как приобрести, так и снимать в аренду. Стоимость аренды 4000 рублей в месяц. Статус в этом доме – квартиры, свой собственный газовый котел. Здесь очень просторный и чистый подъезд. Установлен домофон и видеонаблюдение. Мебель, бытовая техника, также этот замечательный декоративный камин – все остается в этой квартире. Здесь очень выгодная цена – 3 миллиона 700 тысяч рублей. Возможно, покупка в ипотеку. Кухня с окном, рядом отдельная кладовая. Зону кухни и комнаты делит обеденный стол. Квартира находится на улице Виноградной, это район пансионата Нева. Это хороший район в центральном районе города Сочи, или, как его еще называют, Новый Сочи. До центра Сочи всего 5 минут на автомобиле. Магазины и остановка буквально в 100 метрах. До школы можно дойти 15 минут пешком. Все в шаговой доступности, очень удобно. Единственный нюанс этого дома – это довольно плотная застройка вокруг. Но это город Сочи, поэтому приезжайте, я покажу вам эту квартиру, и мы обсудим все нюансы. Мне очень понравилась эта замечательная квартира. Она светлая, уютная, и здесь очень качественный ремонт. Если вам понравилась эта замечательная, уютная студия, звоните мне, я предоставлю вам более подробную информацию. Ну а я, как всегда, рада была видеть вас на своем канале. Не забудьте подписаться на нас, если интересуют новости недвижимости города Сочи. Всем хорошего дня!